Привет всем! Сегодня хочу вам показать перцы от фирмы Гавриш, которые мы сеяли в этом году. Вот такой вот перец, бизон красный. По своим характеристикам это очень хороший перчик, и ранний, и урожайный. Но с ним вот приключилась такая история. Когда рассаде было совсем еще, наверное, немного времени, недельки две, на листочках начали появляться такие вот пупырышки. Сейчас уже возраст рассады, конечно, значительно больше. Она уже на цвету, но все листочки, вот заметно, они такие маленькие, скрученные. Какие-то скручиваются вот так вот вовнутрь, какие-то наоборот наружу. Ну, вот она заметно прям отстает в росте от остальной рассады. Это заболевание вроде бы как называется оэдема. Оно вообще не передается другим перцам, то есть сначала же он перец этот стоял вместе со всем перцем, но ничего не передалось именно на наш, который мы выращиваем из года в год. То есть у того листья совершенно нормальные, и он такой крепкий, хороший перец. А вот этот вот такой вот отстающий. То есть такой он как угнетенный какой-то. Совсем он не хочет расти особо. И корневая система у него в принципе неплохая, но значительно она тоже хуже, чем у обычного вот здорового перца. Семена от у Гавриш вот эти вот идут, они обработанные, то есть их ничем не замачивали, не протравливали. Может быть, из-за этого, я даже не знаю, почему вот именно от этой фирмы. А второй год, в прошлом году купили какаду, а в этом году купили красный вот этот бизон. Посеяли, и вот та же история, поэтому больше от этой фирмы перцы покупать не будем. Вот для примера, это наш перец, который выращен из своих семян, и магазинный перец. Вот смотрите, даже по листьям заметна разница. Здесь прям она еще больше заметна, вот такой вот лист, прям с ладонь. А здесь вот такая вот угнетенная, замученная какая-то рассада, хотя вот одинаковые условия, примерно одинаковая вот емкость, здесь тоже она небольшая, но при этом перец значительно лучше растет и развивается. В прошлом году вот с такой же вот болезнью был у нас вот какаду, высадили его, первое время он вот так же вот сидел, как-то не рос ничего толком, а потом, наверное, только к середине июля он начал расти, но урожай, соответственно, был совсем плохенький, поэтому лучше выращивать свой, проверенный, чем вот так вот покупать какой-то перец и оставаться с плохим урожаем. Наверное, так. Что в этих семенах не так, я не знаю. Но вот такая история. Потому что, смотрю, у некоторых они выращивают какаду, но он у них совершенно нормальный. Может быть, нам попался такой именно перец. Я не знаю, почему. Но вот такой он весь болезненный. Вроде бы оэдема это. Если кто-то знает, как с ней бороться, потому что в интернете пишут, что это не заболевание, и оно как бы должно само собой как-то проходить. Никаких особых рецептов там не написано. Где-то пишут, что из-за переливания, но у нас рассада, она вот одинаково выращивалась, и ничего, мы как бы не переувлажняли, так сказать, грунт. Поэтому свой перец очень-очень ценный. Поэтому лучше выращивать проверенный перец, и тогда с большей вероятностью у вас будет все отлично. Но всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, крепкой вам и здоровой рассады.